Так, тяжелая песня на моем сайте, значит, а сайт найти легко, набрать Виктор Верстаков, да? Как там еще? Ну, оно все равно выскочит это сразу. Виктор Верстаков. Не просто Верстаков, а Виктор Верстаков, тогда это легко. И там больше всего отзывов на вот эту песню, что я спою, «Пылает город Кандагар». И большинство ругательных, потому что там припев-то «Аллах Акбар». И многие воспринимают, что это, так сказать, песня как бы написана с той стороны. Но если так вглядеться, она написана от лица советского офицера. Просто, может, я так случайно попал, я уже не помню где, но в одной из афганских командировок меня удивило, что несколько раз видел, как наши офицеры друг с другом здороваются. А, «Аллах Акбар», «Аллах Акбар», сами между собой. Вот поэтому я такой не посмотрю. И потом, честно говоря, она стала звучать как бы с двух сторон. Не знаю, но мне говорили, что в Чечне, я в Чечне бывал, и в Первую и Вторую войну, но был мало. А кто-то мне говорил, что ее пели и с той стороны, и с этой стороны. Идти. Нормально. Ну, я думаю, нормально. Тем более, что я считаю, что при всем при том, что, конечно, нам это все ужасно надоело, то, что творится. Но, ребята, не забывайте, что нас стравливают. Понимаете? Русских стравливают с исламом, то есть православных с исламом. И это третья сила, которая, естественно, она хочет на этом деле поживиться. Понимаешь? Поэтому при всем при том, пускай она звучит двух сторон. Но писал я все-таки от лица советского офицера.